Глен Карпович. Он закончил войну, и мой прадед на том же Чкаловском аэродроме. Был награжден многими медалями. Вся дальнейшая жизнь моего прадеда прошла в поселке Чкаловский. А там он и женился, и у него родились дети. Моя бабушка и ее брат. Работал мой прадед в том же НИИ ВВС, только уже электриком. Уже ушел на пенсию только в 73 года. К сожалению, я с моей сестрой Таней не застали прадедушку в живых. По словам родных, он был заботливый, тихий и работящий, всеми уважаемый человек. Он не пытался себя заменить другим человеком после получения приказа о взрыве аэродрома. И он не отступил, он смог бы это сделать. Это, ну, маленькая часть истории всей страны и одна большая история семьи, которую нужно помнить, уважать и обязательно не забывать. Потому что если это забудется, то в будущем мы можем сделать те же самые ошибки.